К новостям спорта. В конце апреля состоятся финальные игры республиканского футбольного турнира «Кожаный мяч». Соревнования пройдут в конце апреля в Бендерах. В соревнованиях примут участие школьные команды 5-11 классов. Все они победители отборочных туров, которые прошли в городах республики прошлой осенью. Игры пройдут в течение 2 дней. 29 апреля групповую стадию примут стадионы «Городской» и «Шелковик». Решающие матчи за трофеи пройдут на городском стадионе 30 апреля. В общей сложности на поле выйдут порядка 700 юных футболистов, в том числе девичьих команд. Напомним, республиканский турнир «Кожаный мяч» возрожден по инициативе президента ПМР Вадима Красносельского. Главная его цель – привлечь молодежь к систематическим занятиям физической культуры и спорта.